Так, вот. Все, Анна Майя, собрались. Приветствуем Анну Майю. 2-0 у нас еще в мою пользу. Так, ну погнали. Блин, прошлую карту, конечно, обидно. Он ставит лосью, я не вижу. We're here for you. Это, конечно, кошмар. Sharing the pain. Дайте Е4 сразу. Пожестче. It's pretty cool to be adopted by the pool, to be honest. Like that's a pretty cool achievement. Ну и c4. Пожестче. Thank you, Mr. Yoda, thank you. Let's take that. My love, set me free. Так. Нет, стрим уже, надеюсь, не глючит. Сюда взяли. Давайте вперед. Не нравится мне здесь вот эта пешечная структура. Ну, если что, вообще можно d5 пойти. Да, пока у нее фигуры не развиты. Вот она коня. See you, Joe. Thanks for joining. Сюда. Коня связывает. Nice, MK. Взять пешку. Nice. То есть надо тогда развить слона на всякий случай. Пешку защитить. А вообще надо было, наверное, d5 пойти. Но я не свою игру получил. Явно не свою игру. И ладья... Давайте Ace A3 girls. Пойдем, чтобы кончить. No, we already played the 4-player chess. We already did. Не на линию С, а на линию Б. К этой пешке приставать. Слона мы отсюда быстро выкурим. Так, ферзь пошел куда? But it's okay, I won't blame you. Being the lowest ranked mod is already tough enough, so I won't blame you. Did you win? We beat Luke. We beat the winners. Luke won the arena, and we beat them. So I call that a win. Yes. Да, бьем ферзем. We blame someone else. И ходим пешкой вперед. И ладья ставим куда-то. Вот, она не дает. Thanks. Она не дает. Следующим ходом она пойдет сюда. We were basically doing some challenges. We got quite a few challenges, but I have to confirm if they're actually like valid. But yeah, we will see how many subs we won. I was teamed up with Anna Kuchava, so we had a really good time. It was really, really fun. Если она так пойдет, у нее конь будет без защиты. Вообще можно было вперед пойти. Взяли ферзем. Exactly. Great teaming. Дайте пока ладья b3 пойду как-нибудь. Может быть, сюда ее переведу, не знаю. Как у вас дела с рукой? Уже все хорошо. Всем привет, Can't интерфейс game? Непривычный. Do you have Соберись. A link? Do you have a link? Соберись! Ну да, интерфейсик сегодня немножко никак three обычно. Nights. But he promoted to a third. Oh my god. Так. Ну, давайте сюда пойдем, Thank пешка. You. У нее два удара, у нас две защиты. Okay, we have a nice fortress here for now. Well, fortress куда? В центр? В центр. Thank you, Или на f5 вообще, мне это не нравится, поэтому пойду ферзь f2. Если она пойдет сюда, я ударю. I'll check it soon. А если она пойдет сюда, Thank я you. Ее Wait, I'll keep it open. Okay. У нее чернопольник упирается в пешку. All right. On and on and on and on. Так, по времени примерно поровну стоим. По позиции, но здесь, я думаю, надо бить. Хоть этот слон голландский очень важен, но мне не нравится, как здесь все сейчас у нас устроено, да. Угу. Может, f5? Нет, пока давайте g4 пойдем. That was bright. А потом f5. Взяли, и ферзь у меня включается в игру. Вот она идея. Чернопольника ее оживлять не будем. Так, она нападает на ладью. Давайте просто ладью защитим с двоем ладей. Здесь все равно пойдем f5. Let's go here. Так, она выводит It слона. Is Monday, yes. Пока непонятно куда. Вперед! Играем жестко. Сюда ферзь куда-то врывается. Маты какие-то грозят. Слон у нас ожил. We have a threat. Так, на пешку она хочет. Какую пешку съесть? Сюда или сюда?
Сюда она может так пойти. Так она так ходит. Мы куда-то вваливаем ферзя. Или пока слоном пойти. Допустим, напасть. Не, ладно, бью пока. Пока бью. Maybe you should have captured, maybe. А дальше можно пойти так. И we'll начать давить на поле F7. Давайте. А, я ладью отдам. So? Стоп. Why? Ну хорошо, отдаю ладью, она берет шах. Она отходит сюда. What was that video? Там мата нет, да? А если сначала на ладью напасть, она ее сюда переведет на седьмую, мы нападем на слона. Так, ладно, давайте напали на ладью, ослабляем пешку, но у нас атака. How is it? How она, скорее всего, пойдет ладья D7, чтобы взять под контроль пешку F7. So off today. Мы сразу, допустим, пойдем ладья D3. D на F3, потому что этой ходить нельзя, у нас тут висит. Хотя уже можно будет пойти, потому что у нее слон будет подвисать. Если она возьмет, она просто мат получает. No, I'm a believer. Так, а куда она слоном это идет? Непонятно. Да, давайте вот этой ладьей. Даже если мы пойдем That's этой, она пойдет play, сюда. So а если этой на этот ход, мы просто вот так ходим. Давайте рискнем. Сюда хожу. Рискую. Рискую. На слона напал. This is a little scary, not gonna lie. А вот так она ходит. How did the chess pro OFM do? How did they do? Она берет пешку. Не, пешку она не берет. Ай, ладья! Well, I think this is deadly. Because now I have this. Хотя нет, я сюда беру. And at least I have queen takes here. Она сюда at берет, least. Да? But let me think about this. Okay, so if я I take, I'm checkmated. So I have to take. Блин. I have to take anyway. Так, это неожиданно. Energy completely drained. Oh, I can't imagine. Стоп, а чем брать ферзем? Она берет сюда. Woman, so oh, yeah. Она королем берет. Да? Oh, ладно, yes. Ферзем взял. All right. Но она красиво сыграла, дает еще какую-то борьбу нам. Чем она возьмет? Ладьей? Непонятно. Она сюда берет, слона не берет вообще. А, типа слону деваться некуда. Давайте сюда тогда пойдем. Пешку хочу сожрать. А нет, стоп, я слона мог увести. А, если бы я увел слона, я бы ферзя зевнул. Шах. Так, у нее пока связано. This is rated, yes. Связана ладья. This is absolutely rated. Шах нам ничего не даст. Oh my God, пешку надо как-то вперед толкать. That oh шах. Ну давайте сюда куда-нибудь. Шах может быть вот так связать и пешку вперед. Да, она сейчас сюда шах даст. Давайте пока так пойдем, чтобы шаха не было. Пешкой вперед напал на ладью и потом сюда шах. I'm shocked. I'm shocked. Сюда шах, я туда, шах пешкой. I'm ладно, so напал. Exceptionally blind. Ушел. У нее тоже мало времени. На этот ход что I делать мне? So так, пока blind. Шах тогда. Шах сюда. Сожрал. Okay, that's a little upsetting. Пешка вперед. Okay, I'm still losing. I'm still losing. Boat is live. Thank you so much for the raid. This is not a good Шах. Time. Close your eyes. Ферзь. Okay, we're still. Wait, what? I thought I was gonna lose my rook. Thank you so much for the Шах. Raid. Thank you. Hope the stream was amazing. Hope 4Play Chess went well for you guys. Шах. I heard that you guys were playing also in 4Play Chess. Шах. We didn't get to play you. Шах. But hello. Hi. Шах. Hello. We're playing a VR arena, Шах. And I'm actually знаю, being destroyed here by my opponent. But my opponent didn't manage to Шах beat сюда, me like быть. Three times, so I'm still surviving here. Сюда, Шах. I'm Блин, still не то trying сделал. To survive. I don't know who is playing for a win here. Ну, чё, I guess делаем now с it's ней. A draw for sure, huh? Или тут можно на победу как-то поиграть? Yeah, I can't escape anymore. Ну, видимо, ничью. GG, okay, just fine. Ай, давайте посмотрим. Thank you so much, Алекс. Thank давайте you. Посмотрим. They defeated Dia Bortnik, the rest we don't speak about. Hey, that's так. What matters, right? We also beat the winners.
but everything else doesn't matter. Мат не видит в один ход. Там же мат был. Где? Hydrate, hydrate, thank you. Yeah, this game, guys. You guys missed it, the Raiders, but... Так, посмотрите, вот здесь все было поровну. Вот this may or may not have happened. Вот. Вот здесь начинается самое интересное. Она бьет ладью. Я бью. И она здесь ошибается. Да, она просто могла пойти ферзь d4 и конец. Но она зачем-то бьет, дает мне шанс. Я бью. Ой, в один ход был мат. But thank you so, so much for the huge raid. Thank you. If you want to join, guys, make sure to join the arena through the link in the pinned message. Actually, arena in the chat, you can also do that. Make sure to join my club on chess.com, and that's how you can join the arena. And I'm not in a good shape. I just played 4 play chess, and I'm completely fried. So now is the time to beat me, guys. Now is the time to beat me. Два ферзя. Now is the time ну, to а дальше весь день ничья. Ну, нигде я хуже не стоял, вот только вот здесь она готова.